Если вообще чего? Знаешь, что эта карта для себя есть, написано пациент номер 330, Маржо. Маржо. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Исла, и добро пожаловать на незабываемое прохождение карты под названием «Побег из лаборатории» прямо сейчас, вместе с моим другом Валрусом. Йоу, всем здорово! Мы пройдем невероятную карту и постараемся убежать при помощи интереснейших квестов, которые вместе с вами решим. И, конечно же, постараемся выйти из данного задания. Конечно же, оставьте свой лайк и подпишитесь на наши каналы. Напишите в комментариях, какой из квестов вам будет наиболее интересен. И на каком вы, конечно же, остановились. Ну а также не забудьте посмотреть прошлые части по ссылкам справа вверху, ведь мы уже начинаем наш обзор. А три подписчика, ставивших лайк и комментарий под этим роликом, получат лицензию Майнкрафта. И по промокоду SLY вы сможете купить себе дешевую лицензию Майнкрафта в моем магазине по ссылке в описании. И что же, вот мы уже начинаем наш обзор, и прямо сейчас наш подопытный морж должен будет взять и кликнуть по клавише. Давай, Валрус, начинай данную игру, и, собственно, ребята, как видите, он не попадает по ней. И 3, 2, 1... Ной! Старт! И тем временем мы оказываемся у нас в лаборатории, из которой сейчас должны будем сбежать. Так, ты же здесь? Да ладно, стой, а где ты? Лол, а я снаружи. Лол, что у тебя внутри? Что у тебя? У меня внутри сундук, я тут взял ключик. Так, вот, видишь? Класс. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что у нас здесь вообще за капсула, потому что здесь очень много текстов, и, как я понимаю, мы оказались в какой-то криогенной лаборатории, здесь очень много капсул, и мы только что взяли и вышли из одной из нее, потому что она, видимо, потекла и растопила весь лед. Итак, мы пациент номер 327, МС, тс, статус unclear, то есть мы уже были разморожены и можем спокойно взять и немного погулять по лаборатории. Морж пока что у нас запер. Разморозь! Хорошо, сейчас я тебя разморожу, я сейчас найду какой-нибудь способ, почитаю, что здесь вообще у нас здесь написано. Итак, а ты у нас Маржо, что, серьезно? Маржо здесь написано, то есть здесь вообще знаешь, что эта карта для себя есть, написано пациент номер 330, Маржо. Маржо. Лол. Ладно, окей, ребят, сейчас давайте почитаем, что здесь у нас еще и содержится. Так, это кажется довольно подозрительным. Хорошо, здесь немного редстоуна, и там есть сундук, учтем это. Так, это у нас, здесь у нас, судя по всему, приемник ключей. Здесь требуется ключ. Вот, и, вот, да, вот у меня. Сейчас я заберу, стой, подожди секунду, я не хочу торопиться. Все, держимся. Так, ноутбук, сейчас немножечко пока что поиграем в Майнкрафт. И тем временем, давайте посмотрим, что у нас здесь еще располагается. Так, зельеварочная стойка, вместе с зельем прыгучести. И все, собственно, это все. Давай, пациент номер 330, Маржо, выдавай нам свой ключ. Итак, Маржо, давай, жду. И а мне кажется, данную карту проходить без тебя было бы вообще странно, потому что нам нужен пациент Маржо в любом случае для этой карты. Так, давайте разморозим нашего очень хорошего друга. И нет, мы тебя не разморозим, судя по всему. Нажми что-нибудь там. А тут пока что ничего нет, тут есть камера, кстати, я могу выключить камеру. Итак, каждый цвет обладает своим личным секретом. Хорошо, так. О, наверное, надо какой-то, чтобы ты код там подобрал, чтобы она разморозилась, да, или что? Да, я так думаю, что, смотри, здесь что-то подобное на камеры. Какая-то очень интересная лестница, и на самом деле я не знаю, что с ними делать. То есть, а, вот здесь есть кнопки. Так, нажал, открыл тебя, нет? А, вот, да ладно, тут выдвинулся только что блок, и это довольно странно смотрится. Ничего не открыло. Так, я не знаю, как тебя спасти. Ребят, напишите в комментах, что вы думаете, как мы сможем спасти нашего подобного Маржо, и есть ли у нас вообще шанс его спасти. Серьезно, напишите свои предположения. Так, можем выдвигать разные блоки. А, то есть я могу сюда, видимо, пропаркурить, но, по-моему, сначала я должен тебя вытащить. Так, как тебя вытащить? А смотри, а вот стой, это что? А ты можешь там куда-нибудь... А, нет, наверх ты вроде не можешь прыгнуть. Вот TNT, что это такое с TNT? Так, ну тут вроде как-то все это смотрится подозрительно, но... Ну я не знаю, серьезно, у меня есть только зелье прыгучести, и все, и я тебе могу только его, наверное, дать. Хотя... А я вряд ли как-то кнопка есть. Так, нет, не работает ничего. А-а. Ладно. Так, как смотрю. Как я мой а? Нет, ты здесь, по-моему, работал только что поршень, слышал? Я нет, у меня звуки вообще нету звуков. Так. Так, сейчас. И... Нет. Ну-ка, еще раз кинь. Странно. Еще раз кинь. Так, мне показалось только что что-то работало. И... Нет, мне показалось, реально показалось. Хорошо. Тем временем бежим на сторону, смотрим, здесь у нас есть факел и... Да нет, здесь вообще никаких вариантов по спасению Маржо вообще, ребята, нету. То есть, я просто сбегаю, смотрю и... Вот, я не знаю, серьезно, как можно спасти нашего друга? То есть какие-то секретки у нас прям-таки под этими табличками. Там должны быть, по идее, какие-нибудь кнопки, может быть, секретные. Где кнопка для разморозки Маржо, ребята? Напишите. А что написано у ТНТ? Как вы думаете? Так, здесь?
Или да, под, да. под тобой. У Тинти написано. Это смотрится довольно подозрительно. Ну, значит, это что-то фигня. Я такая, честно не знаю. Обойти ее как-то, я не знаю, что сделать. Так. 100%. Там есть сундук. Ну как его обойти? А, смотри, здесь есть тайник. Там, оказывается, прям-таки в потолке есть очень высокий подъем. Сейчас я поднимусь. Здесь есть ломатель стекла. И я могу ломать стекло. Все, ребята, мы спасаем Маржо. Маржо, поздравляю, теперь ты вместе с нами. И тем временем мы, судя по всему, отправляемся дальше. Хотя, стой, здесь можно сломать, по идее. Я могу вообще любое стекло ломать. Да, сейчас мы его тоже. А здесь нельзя ломать стрика. Так, а что мы будем делать? А там не ломается этот вот блок именно маленького стекла. Я не знаю почему. Хей. Так, Маржо, нам нужны твои интересные идеи. Серьезно. Хз, кстати. Как я таки не знаю, к нему добраться. То есть я могу зайти, по идее, в другие капсулы, может быть, и... Хотя это, наверное, бессмысленно, сейчас спасать других пациентов, которые здесь у нас тем временем даже были умершие. Понимаешь, они умерли в своей криогенной камере, и... А где ты сидел? Ты вот здесь сидел, да? Да, я был здесь, только что разморозился даже, вытек. Ты был. Да, MC... Вот такой вот интересный у меня есть итоге псевдоним. Не то, что у некоторых там Маржо. И так, а стой, я могу по идее запрыгнуть сейчас? А, у меня зелька закончилась. Ага, уже не можешь. Да, у меня была зелька, сейчас я быстро ее тогда заберу. Там вторая появилась, да. Появилась еще одна зелька. Я надеюсь, что сейчас мы правильно это делаем. Может, давай я. Так возьми там тоже зельку еще одну. А, там еще одна есть. По идее. Окей. Она не работает здесь. Серьезно, они снимаются? Да, вот, ладно. Да. Ладно, тогда не буду брать. Они, короче, здесь снимаются и не работают. Так, а, хотя все-таки ты взял, я вижу. Я все вижу. Так, а тут еще есть такой вот интересный рычаг с камерой. Ну я не знаю, что с ней можно сделать. Так, камеру вырубай, зачем нам эти кремлеботы? Так, подожди, давай ты отсмажь меня, не знаю, это читерство или нет, закинуть. Да ладно, я тебе могу кидать, стой, интересно. Так, ребят, давайте, Маржо должен летать. Хей, Маржо. Не, получается. Нет, окей, ладно, слишком большой Маржо. Так, красный. Там, по-моему, Тинти сейчас подожжется, серьезно. Я его слышал. И... А что подорвалось? Стой, где? Где ничего. Что? Лол. Интересно. Не, что? Вот здесь блок появился, сестре. Он не двигается, он просто есть. Сейчас тогда отстрим. Можно, по идее, выдвинуть вот здесь вот нас. Так, синий здесь где-то сдвигался, я не помню где. Так, не здесь, по-моему. Он выдвигался где-то вот здесь, вот зеленый. Так, зеленый выдвигался. Да. О, зеленый! Давай, ты пока что прыгай. И сейчас я пойду поищу синий, хотя синий лучше вместе, наверное, найти, потому что здесь нет пока что кнопки, я нет, не нашел. А, нет, нашел синюю кнопку. Что-то давай, прыгай. Кто-то... И тем временем, сейчас желтый активирую. Давай, желтый. Сейчас главное, короче, не ошибиться и тебе прыгнуть вовремя. Прыгай. Нет! Он сорвался! Агент Маржо, ребята, провалился в своем испытании. Окей. Еще одна попытка. Окей. Давай снова начинаем с красного. Красный активируем. Активируем давай. Сразу же еще у нас и зеленый, вот этот вот пункт. Зеленый тоже активировал. Так, далее у нас, конечно же, следует синий. Синий есть. Запрыгнул Маржо. И тем временем. Давай, сейчас просто не подведи нас. Маржо, ты можешь. Маржо сделал свое дело. И тем временем. Мы, конечно же, переходим у нас далее. Давай, активируй там что-нибудь. Я надеюсь, что ты сейчас не упадешь, не сорвешься. ТНТ поменялось на что-то другое в предыдущей комнате. Так, окей. А вторая табличка тоже самая у нас краски и гласит. Да. Ладно, да спускайся, по идее, наверное, там больше ничего не будет. И... Нет, там тюрьма. Там ТНТ просто пропал. Стой, подожди, у меня теперь есть знаешь, барсбрейкер, то есть это ломатель у нас решеток. Да, он ломатель нужен, решеток. Он нужен. Так, а как я тебе его подниму, вот мне интересно просто. Давай заново. То есть тебе придется, видимо, спуститься, и сейчас я тогда поднимусь, таким же способом ты меня поднимешь. Давай. А если я буду на лестнице, ты сможешь мне от... А я по идее... Как-то? В общем, короче, давай ты меня сюда пропустишь, быстро. Нет, смотри, кидай, и кидай, думаешь, кидай, сейчас все получится. Я хочу сломать, короче, решеточку. Давай. Продвинешь меня. Сейчас, короче, активируй желтый. Вон там вот справа. Справа от желтого блока. А, вау, ладно. Ты все по порядку делаешь, я прыгать собирался. И там вот, короче, желтый есть. Вот, да. И. А мне здесь надо оставаться, что ли? Сейчас мы тебя спасем. Маржо, держись. Я думаю, что мы тебя еще успеем спасти. Гейт опен или что-то такое, так что давай, врубай ее. Так. И да, здесь у нас открыватели ворот. Я могу их открыть. Так, снова камеры. Камеры гасим. И открываем. О, открыл. Что открыл? Так. Открыл. Отлично, гейт, ребята. Проходим вместе с Маржом тем временем дальше. И, конечно же, нажимаем подожди, на кнопку. А кто из них, мистер Маржо? Так. Ладно. А здесь не подписано? Блин. Нажми. Печать. Ладно. Нажал. Нет!
Че такое? Мы заблокировались, я больше тебя не могу у нас встретить. Блин, Маржо, мы потеряли Маржо, ребята. Так, а окей, вы можете знать, что отвечает другой игрок? По идее, можем, Маржо, я тебя очень хорошо знаю. Давай. Так что сейчас будем как раз угадывать, что он выбрал. Что лучше, красный так. или синий? Да. Нет, тут первый вопрос. Стой, а я здесь не могу их никак выбрать, то есть это странно. Нет, на самом деле. Этот тест о вашей дружбе. Ты должен отвечать, и then, и что-то, и все, и пропало. Так, окей, какой блок лучше, Cobblestone или земля? И кто лучше в Майнкрафте? Крейнер или... Да? Так, а я, видимо, прыгать должен, стой. Сейчас, секунду, там есть какая-нибудь кнопка у тебя? У меня, да. Так, нажми ее сейчас. На мои вопросы отвечай. А я не могу пройти, я не могу пройти дальше, стой. Синий. А я не могу пройти. Вот у тебя первый, видишь, у тебя синий там или красный? Нет, так, тебе, а так я должен, видимо, на них запрыгнуть сначала. То есть один из этих блоков будет пропадать. Ты меня каким-то образом должен пропустить сюда. Что думаешь? Чё, давай красный. Оп. А, вот, теперь я могу выбрать. На красный стал. Давай дальше. Иди. И веди меня. Куда ребят, тебе дальше? Этому Маржу надо доверять сейчас, серьезно. Если он у нас сейчас подойдет, то какой мы блок пойдем. Лучше, говори. Земля или... Давай земля. Земля. Земля, окей. Я выбрал, правда, Cobblestone, но земля была справа, так что все хорошо. Давай, дальше. Кто круче в Майнкрафте? Так, ну здесь точно Крейнер, короче. Это уже 100%. Давай. Оп. Yes! Нет! Он не лучше, короче. Стой, а ты выбрал кого-то? Я на Диваху нашел. А, ну вот, короче. А я думал, Крейнер это Диваха. Так, Крейнер это, короче, создатель карты. А, у тебя там нет надписи, что ли? Нет. А у меня, короче, была... Стой, 5 секунд, я упал в воду. Сейчас я быстро выбегу. Click when done, окей. Ты пока что выбери, что там будет в конце. Нет, я... Ну, хорошо. Давай. Оп. А, отлично. Итак, нажмите, когда будете готовы. Я готов. Окей. Так, несколько палочек, две палочки. И вы можете найти невидимый блок. Так, здесь есть невидимый блок, серьезно, что ли? Ай. Так. Ну, все, давайте, ребята, Маржо надо, короче, отомстить, а то он выбрал у нас не того игрока. Кстати, вот невидимый блок, я его нашел. Супер. Где? Вот, а, здесь. Вот, да. А, не знаю, а здесь еще, оп! Так, здесь вообще паркурчик. Вот это, да? Че это? Так, стой, подожди, стекло могу ломать. Вот, у нас теперь есть ключ, и мы этот ключ ложим вот сюда. Так, давай. Ключ, положил, оп. Все, супер. Убралось, все, разблокировалось, ребята, и нажимаем. Да блин, все. Я хотел. Отлично. Маржо подрывать. Я хочу. Стой, мы выбежали? Серьезно? Так легко? Так легко спаслись, ребята, из лаборатории. И все это благодаря Маржо. Маржо, поздравляю тебя с твоим успешным освобождением. Мы в итоге тебя спасли. И, конечно же, прямо сейчас, ребята, вы можете оставить нам свой лайк. Я буду очень рад, если вы поддержите подобный контент, поскольку данные карты, как по мне, являются, наверное, одними из самых интересных, которые только существуют в Майнкрафте. Не забудьте подписаться на наши каналы. И, конечно же, также зайти к Маржо, поставить свой лайк и рассказать друзьям о том, что столь интересная рубрика существует на моем канале. Также не забудьте написать в комментариях, какие карты стоит проходить. И также посмотреть прошлые части по ссылке именно аннотации в правом верхнем углу. Кликайте по ней, смотрите прошлые части. Всем удачи, всем пока. С вами был Слай и Маржов. И до скорых встреч. Пока.